Всем привет! Представляю ручной пылесос на литий-ионном аккумуляторе Black & Decker PV1020LQW. Модель подойдет для сухой уборки салона автомобиля, мебели и коврового покрытия. Мощность аккумулятора 10,8 вольт. Благодаря отсутствию проводов пылесосом можно работать в любом удобном месте и под любым углом. Еще одним преимуществом является регулируемый носик. Он поворачивается на 200 градусов. Трехступенчатая система фильтрации не дает пыли и другим частицам попадать обратно в воздух. Вся грязь собирается в пылесборнике. Емкость легко открывается и чистится. Пылесос поставляется в комплекте со встроенной щелевой насадкой, щеткой и зарядным устройством.